Привет, друзья! Вы на канале о моде и стиле с Соней Киршин. Сегодняшнее видео – это look to go, и я посвящаю его идеальному платью для отпуска. Из этого видео вы узнаете, почему я считаю такой фасон платья универсальным, и вы увидите, как я стилизовала это платье для всех возможных ваших выходов в свет на отдыхе. Поход на пляж, поход за покупками, выход в город и вечерний выход. Если вам интересно это видео, продолжайте его смотреть и ставьте этому видео большой лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, впереди у нас море интересного. Не хочу долго испытывать ваше терпение, ссылка на это платье находится в инфобокс под моим видео, и нашла я его на сайте Amazon. У него есть масса расцветок, состав ткани 95% хлопок и 5% эластан, что обеспечивает идеальный баланс между комфортом и свободой движений для летнего платья. Я не уверена, не могу утверждать со 100% вероятностью, что состав у всех расцветок одинаковый, но те расцветки, которые я сейчас выбрала показать вам, мне безумно понравились. Это, конечно, классический горох, белый на черном фоне, черный на белом фоне, белый на голубом фоне, такое трогательное платье в стиле ретро. И, конечно, вот эти два платья с горохами и розами. Возможно, кто-то из вас помнит, что несколько лет назад такой принт встречался в коллекции Оскар де ла Рента. Мы не можем называть это подделкой. Это скорее реплика, комплимент тому самому произведению искусства, которое создал Оскар де ла Рента. Но именно в таком фасоне, именно с такой длиной юбки этот принт выглядит идеально, оптимально. Он не выглядит пошло, не выглядит дешево. Если это та же ткань, из которой сделано мое платье с таким же составом, то я безусловно рекомендую вам попробовать этот несколько сложный принт с горохом и розами. Он будет выглядеть по-новому, он будет выглядеть свежо. И если вы не боитесь рискнуть, не боитесь экспериментировать, то обязательно попробуйте. Цена вопроса $30. Ну а для себя я выбрала вот такой лимонный принт. Мне кажется, он самый актуальный сейчас в середине лета. И каждое лето он возвращается, когда хочется прохлады, когда хочется глотка свежего воздуха и когда цветы немного отошли на второй план. Кстати говоря, это платье существует еще и в расцветке ананасы на черном фоне. Эта расцветка тоже мне очень нравится, и она точно комбинируется в массу разных образов, даже, наверное, немного проще, чем мое лимонное платье. Почему это платье никогда не устареет и почему я считаю его очень актуальным на все времена? Дело в том, что это, конечно, платье фасона New Look, который создал Dior в 50-х годах прошлого века и считается классикой моды. Безусловно, это комплементарно для всех типов фигур, пожалуй, кроме фигуры яблока. Неважно, какой формы у вас бедра, широкие, узкие, это платье будет выглядеть идеально, очень выгодно подчеркивать женственность вашей фигуры. У платья облегающий верх, рукав отсутствует и оптимальная глубина проймы, а также оптимальная глубина декольте, что позволяет ему быть прекрасным фоном для ювелирных украшений, если вы любите их носить. Представьте себе это платье, выполненное из тонкой черной шерсти, и это прекрасный вариант для оперы, из яркого шелка, изумрудного цвета или рубиновых цветов. И это прекрасное платье на свадьбу. Действительно, этот фасон платья универсальный, очень женственный. У него нет сезона. И что-то еще я хотела очень важное сказать. Такой фасон подходит для девушек и женщин всех возрастов, я думаю, с 10 лет до 50 лет. И даже больше 50, но после 50 я бы рекомендовала все-таки верхнюю часть руки закрыть каким-то кардиганом или жакетом, или хотя бы накинуть шаль. А знаете, за что еще я очень люблю это платье? За полное отсутствие лишних деталей. И более подробно вы можете узнать об этом, если вернетесь к моему видео о 5 ошибках русской красавицы. Именно минимум деталей делает это платье возможным для того, чтобы вписать его в образы и для пляжа, и для шопинга, и для выхода в город, и для вечерних выходов. Keep it simple. Выбирайте простые, качественные вещи и составляйте с ними стильные образы. А те образы, которые я составила с этим платьем, я покажу вам прямо сейчас. На коллажах, которые вы увидите, я собрала, на мой взгляд, самые удачные варианты аксессуаров, большинство из которых я нашла на сайте Fairfetch и Matches Fashion. Но есть и некоторые бюджетные варианты, все они в инфобокс под моим видео. Давайте начнем с самого простого, с выхода к морю.
Я выбрала сумку в клетку. Эта клетка называется Gingham, сумка сайта ASOS. И вот эту соломенную шляпку, она примечательна тем, что она практичная. Лента, продетая через шляпу, может быть завязана на шею, и от ветра шляпа не будет улетать. Я выбрала к этому образу красные слайдеры, и это Tommy Hilfiger Farfetch. Я нашла вот эти солнечные очки Tommy Hilfiger, достаточно большие, удобные, классные, с небольшим деграде, полностью черные, которые впишутся в огромное количество ваших отпускных образов. И, конечно, вот это круглое классное полотенце, такой срез лимона сочного сайта Zara Home. Вот какой образ я подобрала для шопинга. Лимонное платье, вот эти прекрасные босоножки на устойчивом каблучке ATP Atelier. И для варианта для шопинга я нашла массу интересной, практичной, качественной обуви, большинство из которой с сайта Farfetch. И сейчас сезон распродаж, это особенно актуально, потому что можно купить классные пары обуви, практичные, носибельные, по небольшим относительно ценам. Вот эту сумочку бренда Stud я выбрала на сайте Matches Fashion. Безумно мне понравилось. Тоже впишется в самые разные образы для отпуска, для города, для выхода за покупками. Такое демократичное и трендовое сочетание прозрачности черного и белого цветов. Действительно универсальное с точки зрения комбинаторности. Она будет подходить практически к любому образу. И этот комплект я дополнила простыми крупными серьгами с сайта ASOS. Над вечерним образом с этим платьем я, наверное, работала дольше всего, но, на мой взгляд, он получился ярким и очень правильным. Я дополнила лимонное платье сумочкой Dolce & Gabbana, на нее сейчас есть скидка, если не ошибаюсь, это 30%. Идеально впишутся в этот образ красные босоножки с открытой пяткой, я нашла их на сайте Matches Fashion. И это бренд, который называется Tabitha Simmons. Сзади они украшены очень аккуратным, очень элегантным бантиком, это делает их по-настоящему нарядными. А вот эти крупные серьги бренда Ellery, на мой взгляд, очень успешно завершают этот образ, вписались сюда идеально. Они достаточно яркие, они не несут дополнительных цветов, просто говорят на одном языке с сумочкой. Это все, что я хотела рассказать вам в этом видео. Надеюсь, оно понравилось вам и было полезным для вас. Ссылки на это платье и на все аксессуары, которые вы видели сегодня в коллажах, в инфобокс под моим видео. На самом деле ссылок там значительно больше, есть масса бюджетных вариантов. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!